В этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы. Чем дальше война, чем надо бережнее хранить память о ней. Это история нашего старшего поколения. Это наша история. История тех, кто будет жить после нас. Мы помним, и они должны помнить о жертвах войны. Потому что об этом забыть никак не нельзя. Мы же обязаны жизнью нашим ветеранам. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Они уходят от нас, то от ран, то в силу возраста, время безжалостно. У нас в поселке нет ветеранов, а было их аж 52. Вы знаете, лишь сохранились одни фотоснимки, которые напоминают о них. Мы помним о них. Они нам подарили мир, весну, жизнь. Спасибо ветеранам. У нас в поселке нету ветеранов, а было их 52 ребят и девчат, что воевали за родину нашу, победу добыли для нас и внучат. Ушли они в вечность, осталась лишь память о храбрых, отважных и смелых парнях, о смелых девчонках, связных партизанках, что сил не жалея громили врага. Мы помним о вас, никогда не забудем, в пример ставим детям и сами хотим быть похожи на вас. Спасибо за солнце, за мир, свежий ветер. Мы помним и никогда не забудем о вас.